Ее никто не пришел, не украл. Со стороны. Вы сами ее убили. Вот эту самую Украину. Убили в тот момент, когда начали скакать на площади с криками «Москаляку на геляку». Я все время думаю, кого, зачем, и самое главное, за что вы хотели послать на геляку? За что вы хотели убить, повесить этих людей? За их принадлежность к своей национальности, когда вы начали обзывать своих бывших соотечественников, с которыми вы делили одну страну, колорадами, ватниками. Вот тогда вы и начали убивать свою Украину. Чем виноваты были тогда перед вами вот эти самые москаляки, которые долго терпели, долго надеялись на то, что все-таки вы придете в себя и разум возобладает? Вот именно тогда была убита Украина. А все остальное было уже позже. Мы все наблюдали с болью в сердце то, что происходило тогда на Украине. Мы не могли поверить в то, что это вообще реально, в то, что это может быть. У меня один единственный вопрос к украинцам. Что сделали тогда, в том далеком, в 2014 году, лично вам, москаляки, которых вы захотели вдруг резко, неожиданно отправлять на геляку? Что сделали они тогда, когда еще не было ни Крыма, ни Донбасса, а вы уже начали скакать и призывать к убийству людей по национальному признаку?